постарайтесь внести в любые действия с деньгами элемент священнодействия. То есть удовольствия, радости, позитива. Даже если вы просто достаете кошелек, ну, во-первых, у вас все красивые же кошельки, да, красивые, фэншуйские, со всякими символами, там, да, благоприятными. То есть достать такой кошелек – это уже удовольствие. Денежки у вас там все лежат ровно, чистенько, красиво, там не вперемешку, вот так, да. Красиво лежат. Желательно, чтобы там даже что-то было капнуто, какая-то эссенция, привлекающая деньги. И вот, друзья, когда вот вы расплачиваетесь, поиграйте в мою любимую игру, которая у меня уже стала на самом деле, знаете, вот практикой, я постоянно это делаю. Когда я расплачиваюсь, я себе напоминаю о том, что я миллионерша. Я просто себе напоминаю, Наташенька, ты миллионерша. Неважно, покупаю я сегодня помидоры, допустим, или я покупаю квартиры. Неважно, что бы вы ни покупали, оплачиваете вы просто элементарный счет за квартиру в Сбербанке. Или онлайн, да, напоминайте себе, я миллионерша. Попробуйте меня разубедить, как говорит Жванецкий, да. Я миллионерша, у меня все хорошо. Я прекрасно обращаюсь с деньгами, я умею, я люблю деньги, и деньги любят меня. То есть не надо вот дрожать, бояться там отдать эту денежку. У нас у всех, поверьте, очень высокие квартирные платы. У нас у всех очень высокие, безумные совершенно ЖКХ. Мы все такие, нас миллионы, да? Поэтому не думайте, что вы одни такие. Благодарите. Помните, я вам сказала самое первое слово, которое изменяет вашу судьбу. Благодарите. Когда вы оплачиваете счета, не забывайте, это важно.